Вы знаете, я не смотрела в соцсетях, предлагались ли какие-то народные синонимы к этому, потому что, например, то, что сейчас называется нельзя буком и нельзя граммом, да, то есть там тоже как бы переводили, да, например, как морда книга или очень любят это компьютерщики перевести, например, интерфейс, это междумордие, да, на сленге компьютерных мастеров наших, айтишников. Хештег я, честно говоря, не видела, но хештег – это такая вещь, которую изобрели не мы. Она к нам пришла из всемирной сети, точно так же, как и компьютер, точно так же, как и имейл, который мы употребляем, пишем это латиницей, хотя можно писать и по-русски, и имейл. Вот пишется так, без дефисов, в одно слово, это кодифицированное уже написание. Это, конечно, останется. То есть то, что к нам приходит, и у нас не было своих отечественных аналогов для обозначения, оно остается.